Всем привет! Вы на канале Игры Мир, меня зовут Даша. Как я и говорила вам, что в прошлом видео, в этом видео мы будем открывать вот такую классную коробку Roblox. Это коробка Roblox Meme Pack. Тут можно создать своего человечка со скином. Тут очень много разных шляпок, шарфиков и много скинов, чтобы создать. Ну что, начнем? Вау, какие крутые тут чудики разные. Самого клевого персонажа Roblox я хочу вам показать. Это вот эту вот Мегану. Дальше я хочу вот такого чудика достать. Это такой нуб, он разбирается. Вот такой. Дальше я хочу достать вот такой вот динозавра. Дальше вот этот. У него написано на кофте «Покормите меня». Сзади «Я не кусаюсь». Да, мне вот этот чудик нравится. Дай мне деньги, дай мне ticks back. Клёвый. Дальше у нас клоун. Но клоун жуткий, без лица. И разные штанины. И рваные чуть-чуть. Вот этого клоуна все снимается. Вот тут тоже снимается. Ноги такие можно сделать ходячие. Голова снимается. Ну, эта рука тоже снимается. Потом можно другие деталики, вот как вот такие шарфики, можно добавлять. И потом вот так голову, и вот у него шарфик. Дальше нуб. Нуб, он очень классный, он очень мускулистый, и у него такое шокное лицо. У него есть такая гантели, и тут написано «I lift bro», «Я поднял bro». И он такой в шоке, что он такой поднял. Ну, у него тут все разбирается. Тоже все сгибается, разбирается. К нему можно другие детальки подменять. И голова тоже. Вот, например, голова яблока. Голова яблока. Вот. В руку к нему можно поставить вот так гантелью, и он так поднял ее. Вот я ему вставила вот такую гантелю. Такой силач прям. Вот такой тут Деспасито спайдер. Он тут открывается. У него можно туда что-то положить. И у него главное тут желтое, а тут красное. И если вот так сделать, то если вот так перевернуть, то будет паук. А если перевернуть, то какие-то страшные волосы. И, кстати, у него вот эти вот клешни, они двигаются, их можно вот так вот сделать. То есть можно даже такой мультик сделать. Смотрите, вот тут вот есть такой робо-динозавр. Он наполовину живой, а наполовину робо. У него тут такой глаз, красный такой робот. Челюсти у него не двигаются, но зубы острые. Лапы двигаются, все двигается, и хвост такой длинный. Это Т-рекс. Вау, тут я могу снять волосы и одеть вот эту клевую кепку Тикс, потому что этот дядя очень любит деньги. Вот такое он зло у нас, потому что он хочет, чтобы ему отдали деньги обратно. Он такой весь золотой, Тикс. И очень любит денежки. Он от этого злой. Тут очень много мелких вещей, которые можно использовать для игры. Стул ракетный. Такой чай с шариками тоже тут открывается. Гироскутер. И вот это не мячик. Это такая голова. Это камень.
голова. И вот тут есть такая корзина, и в нее можно сделать так, что вот Роблокс-герои могли пойти там в магазин, купить много там чай с шариками, там шарики, шляпу, шарфики. Можно такое много чего создать. О, ребята, смотрите, вот этого я много чего добавила. Вот тут я добавила такой микрофон, чтобы кричать. Вот тут я ему добавила такую собаку крутую, потому что он крутой, на гироскутере. И колесики, кстати, крутятся на гироскутере. Деспасито спайдер едет на ракетной стуле. Кто быстрее у нас? 3, 2, 1. Победила тележка. Вот такой вот мы сегодня классный набор с вами распаковали. Тут много фигурок. И они все такие радужные. Есть такие многие фигурки, которые я знаю из каких игр. И они тут много фигур, которые можно им добавить. Они такие разбираются. И очень много всяких предметов, чтобы создать прям целый мир. На этом, ребята, все. И если вам очень понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И всем пока!